Всем привет, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики, всем тем, кто заглянул на мой канал. Ну что, дорогие мои друзья, мы сегодня пришли на САЗ. Это корпус А1145. Кстати, требуется сюда продавец с опытом работы, девушка славянской внешности. Заходим на вход или выход номер 9 и сразу попадаете на 1145. Я, ребята, уже не первый раз снимаю верхнюю одежду, их тоже снимаю. И мы сегодня, вот сейчас пробегала, я решила вам показать шорты, футболки. Ребята, молодежь, пожалуйста, давайте еще раз визиточку. Вот. И нам сейчас Светлана. Здравствуйте, здравствуйте. Светлана. Знакомьтесь, здравствуйте. Кто не знает Светлану. У меня же еще новые подписчики есть, да. Уже не первый раз этот павильон снимаю. Ребят, верхнюю одежду, ветровки у них, курточки всегда снимаю. И мы сегодня решили снять для вас шорты. Очень большой ассортимент. Шорты? Да, расскажи, Зайка, нам, что за шорты? Шорты у нас в основном идут, это вареный катон со стретчем. Есть короткие, кому-то до колена есть. Также я вам сейчас покажу ниже колена. Шорты все, которые из вареного катона, 1500 в розницу. Если плавательный, пляжный вариант, они все по 600 в розницу. Ниже колена есть такие же, 700. Угу. А размеры какие? Размеры начинаются шорты от 28 и до 46. Это как джинсы, джинсовый размер. Угу. А вот эти вот идут от 44 до 52. Угу. Ну давай, я смотрю, у вас у футболки есть, да? Да, футболочки вот давайте есть, они покажем. Начинаются с М-ки до 3XL. ХБ, разные да? Модельки, да, идет хлопок со стречевой ниткой. Угу. Такого плана, и такого плана. Футболочки тоже есть. А скажи, до какого размера у вас футболки? До 3XL. 3XL, а цена? Цена футболки 1200, а есть также большие. Цена будет такая же, здесь начинает от 5XL до 8XL. Ого, до 8, 8XL? Да, 8XL. А цена их сколько? Тоже 1200. Такого угу. плана. Есть вот так. Угу. Есть желтенькие, если кому-то поярче захочется. Угу. Лету. Почему бы и нет? Так. Ну давай показывай, какие модельки есть. Давайте вот такая покажем. Есть. Это новая моделька. Молодежечка. Мужчины тоже некоторые могут надеть. Она идет с 29 по 38 размер. 1500. Хлопок со стречем. Угу. Расцветки синий, беж, хайки и такой небесно-голубой. А вот вверху интересные такие классические, вот с кармашками. Давайте покажем их. С кармашками это да. карги. Угу. Длина идет чуть-чуть выше колена. Угу. Тут идет у нас карман на клапане. Так карманы. Резиночка, шнурочек и также можно под ремень. Угу. 1500. Расцветки бежевый, тоже. Серо-голубой такой какой-то и хаки. Угу. Есть так. вот такого плана. Это новая моделька, камуфляж. Камуфляжка. Угу. Тоже хорошая моделька. Молодежь очень хорошо берет. Здесь идет больше стреча. Угу. Они прям хорошо тянутся и сидятся хорошо. В таком цвете еще есть. 4 расцветочки получается у них. Цена? 1500. Шортики ага. все 1500. Ну давайте вот эти. Камуфляж. Хороший камуфляж. 30 до 40. То есть русские это 48 до 58. Угу. Тоже на клапане. Клапан здесь, видите, внутренний идет. То есть угу. сверху даже не видно будет пуговок и всего остального. Тоже так шнурочек. Под ремень можно. И расцветочки тоже. Вот так, вот так, вот так. Посветлее голубой. Камуфляж кто-то любит, кто-то потемнее камуфляж любит. Угу. Есть вот такого плана моделька, она идет с 32 по 42. С 52 по 62 русский. Тоже на шнурочках. Это бермуды. Угу. Расцветки темный хайки, черный, светлый хайки и бежевый. Угу. Так. А я вот смотрю, вот эти вот, что это за шорты? Покажу. Покажете, да? Да. Угу. Давайте покажем, покажу. А, вот. Вот это вот еще новенькая моделька. У нас давайте. Кратенько. Шорт очень много. Посмотрите, сколько. На WhatsApp выходите, ребятам, они вам покажут любые шортики. 29 до 38. Угу.
Также вареный катон со стречем. Брючный кармашек здесь идет. Угу. Бежевый, хаки, небесно-голубой и серенький, который мы смотрели. Тоже 1500, да? 1500. Угу. Еще вот эта моделька очень хорошо работает. Мы и в том году работали, повторили, она хорошо идет. Угу. С накладным карманом. Посадка у всех шорт хорошая. Все шорты одной фирмы. Бежевый. А фирма как называется? BP. А? BP. BP. Угу. Так, ну давай. Здесь еще вот так вот. Горошек. Мелкую-мелкую, как точечку. Угу. Давай через камеру покажем. Ага. Тоже хорошая моделька. Боковые карманы везде абсолютно во всех шортах рабочие. Некоторые у нас спрашивают, это имитация или нет. Это не имитация, они все рабочие. Угу. Ментол, бежевый, хаки и синий, который мы смотрели. Угу. С 30 по 40. Так. Сейчас я вам покажу великаны. Да, великаны тоже надо мужчинам показать. Великаны у нас идет вот такая моделька. Угу. Она есть с 29 по 38, и также она есть с 36 по 46. Угу. Серый, а цена? Черный, хаки. Великанов сколько? 1500 цена? Также. Тоже 1500, бермуды, да? Бермуды ниже колена идут. Угу. Черные, хаки. Хорошие. Угу. Да. Также есть плавательные, то есть пляжные ниже колена. Угу. Вот так есть. Буковки есть. Есть спортивного плана. Угу. Они по 700. Расцветки тоже разные. Есть и серые, и бежевые, и такие серо-синие, черные. Угу. Так, и что еще покажешь? Есть еще вот такого плана полосочка, рубчик. Угу. Также с 29 по 38 на резиночке. Резиночка, естественно, тянется на шнурочки. И также можно подремень, если кто-то захочет. И цена? Тоже 1500. Синие, хаки и бежевые. Угу. Также есть совсем классические, кто там захочет, под мокасины, под рубашки некоторые у нас даже берут. Угу. Какого по какой размер? 29 до 38. Цвета красивые, вот нежный. Да, такой. Нежно-голубой такой вот. Синий, хаки и бежевый. Угу. Есть еще вот такого плана камуфляж. Вот этот камуфляж очень хороший по посадке. И у кого животы, он очень хорошо садится. Угу. Во-первых, эта моделька больше мерит. Также идет с 29 по 38. Чистый размер будет 32 до 42. Угу. Такой. А две расцветки? Две, да? Расцветочки. Угу. Хаки и темно-серый. Угу. Также еще есть вот такая моделька, тоже необычная. Тоже 29-38. Здесь идет вот так, как девочка. Накладной карман на шнурочки. Под ремешок можно. Угу. Расцветки вот у нас. Три цвета. 1500. Угу. Также есть вот такого плана моделька. Она очень хорошо работает. Это больше молодежь берет. Они зауженные к низу идут. С накладным карманом. Синий, хаки и бежевый. Цена также 1500. Если кто-то приходит от Тамары, обязательно будет скидка. Спасибо. Так, давайте. Есть камуфляж на резинку. Кто любит на резинке у нас? Вот на резинке, пожалуйста. Тоже 1500. 1500. Вот они, расцветочки. Есть также посветлее камуфляж. Еще сейчас я вам покажу. Есть камуфляж без карманов. Тоже на резиночке вот такого плана. Размеры? 29-38. Угу. И тоже расцветочки разные, да? Расцветочки разные. Потемнее хаки и такой серый. Угу. Есть еще вот такого плана цветочек. Мысль мои читаешь. Я вот прям куда глазами веду, туда ты и берешь. Ага, вот эта моделька у нас шикарно работает третий год. Всех, кто из оптовиков берет, вообще все довольны. Молодежь, угу, очень любит эту модель. Остался сейчас на данный момент хаки только и серый.
А так вообще у них еще идет синий цвет. Угу. Я думаю, мы в ближайшее время их получим, мы ждем. Угу. Вот такого плана еще моделька хорошая. Кто не любит однотоночку, повеселее, вот, пожалуйста, вот она в разных расцветках. С какого по какой размер? 29 по 38. Угу. Угу. Есть вот такая еще модель. Здесь идет красная ниточка, окантовочка по карману. Она идет с 28 по 38, с 44-го русского получается. Угу. Расцветки синие, хаки, бежевый. Еще вот такой вот джинса. Угу. Так. И давайте я вам покажу, которую первую модель мы взяли. Это короткая. Угу. Ну давай-ка. Вот такого плана. Это совсем короткий, кто любит покороче. Угу. С 30 по 40 идут. Вот 4 расцветочки. Цена также 1500. Угу. Дайди вот так. Под ремешок. Угу. Также у нас есть джинсовые. По колено или до колена? Они идут до колена. Угу. 1600. 28 по 38. Угу. Наверное, все поснимали уже, да? Также у нас есть наличие футболочки. Угу. Пойдемте покажем. К сожалению, футболку. Эти футболочки у нас только оптом. Ну, оптовиков заинтересуем. Давайте, да, может, оптовики. Угу. Вот такого плана. Яркие. Вот такого плана. Угу. Расцветочки очень красивые. И бордовый, и оранжевый. Электрик. Белые, бежевые. С разными принтами. Оптом? Оптом 500 рублей. Размеры идут от 48 до 58. Для молодежи вообще. Для молодежи, да, вообще шикарно. Вообще под шорты. Пожалуйста, и шорты, и футболки здесь все подберут. Давай вот эти вот пролистаем, да, покажем. Да, эти вообще классные. Огонь, со смайликами. Футболки, огонь. Очень красивые. Расцветки, да, вообще. Угу. Вот такого плана тоже очень красивая моделька. У нас оптовики, кстати, брали, говорят, работает очень хорошо. Ну, конечно, молодежь любит такие сейчас. Также в этом павильоне также можно приобрести до сих пор ветровочки, да? Ветровочки еще есть, да. Да? И сколько они у вас? Катоновые ветровочки у нас сейчас все по 3000. Плащевочка у нас тоже 3. Есть спорт. Вот такого плана, очень интересно. Молодежь любит сейчас такое у нас. Сколько? 3000. 3000. Есть спортивные совсем. Спорт, спорт. Мы их снимали, да? Да, мы их снимали, тогда показывали. Угу. Некоторых моделей, может, не было тогда. Выбор хороший пока что. А эти сколько? Тоже 3. Единственное, что длинная классика, они идут 3200. Это, угу, с капюшончиками уже. Самый большой размер ветровки, вот скажи 70. Еще раз. 70 мужские, самый большой. Самые маленькие большие, да, ветровки, а маленькие 46. Так. Ну что, дорогие мои друзья, вот сегодня мы прошлись по мужской одежде, по павильону. 1145, корпус А, первый этаж, 9-й вход. Еще раз показываю вам визиточку. Вот, пожалуйста. Светлана, а вам огромное спасибо за то, и что вы рассказали, спасибо, показали. И одевайте наших мужчин. Приходите к нам. Всем, кто будет от Тамары, будет скидка. Так что мы не говорим до свидания, говорим вам до новых встреч. И всем пока-пока. Пока-пока.